Школа для учеников является вторым домом, местом, где они обычно проводят большую часть времени. В каждом учебном учреждении есть что-то свое особенное. Для средней общеобразовательной школы села Николаевского визитной карточкой стал школьный краеведческий музей. Репортаж Мурата Джангезова. Сегодня мы единственные посетители школьного музея. Наш гид – учитель английского языка Лиоза Урусова, которая вот уже 40 лет преподает в любимой школе и руководит музеем со дня его основания. В фойе школы расположилась выставка работ учащихся, посвященная 75-летию Великой Победы. Вот этот экспонат приготовил нам Батчаев Радмир с 5 класса. Удивительно красивый экспонат. И он своими руками в школе это сделал, этот мальчик с 5 класса. Этот стенд посвящен нашим выпускникам, которые закончили нашу школу, поступили в военные институты и по сей день служат в наших рядах наших вооруженных сил. А это у нас стенды, посвященные памяти, странице памяти нашим землякам, защитникам нашей Родины. На втором этаже находится краеведческий музей имени Героя России, участника Великой Отечественной войны Магомеда Гербекова. Значительная часть экспонатов посвящена Великой Отечественной. 150 человек, выходцев из села, отправились на фронт. Половина из них домой так и не вернулась. Первые экспонаты у нас посвящены нашему герою Магомеду Гербекову. Мы очень гордимся. Вся наша школа – это пример подражания нашим учащимся, потому что, видя пример того, что он сделал, наш легендарный житель нашего села, они могут на примере учиться хорошо, быть патриотами своей страны. В 2003 году музею выдано свидетельство историко-краеведческого и военно-исторического. Его экспонаты используются на уроках истории народов республики. В нашем музее создали уголок Карачаевского дома. Вот он, наш уголок Карачаевское. Это Карачаевский дом. Здесь мы представили одежду, быт, все, что они делали, чем они занимались, что использовали. Здесь мы представляем русскую избу. Здесь мы собрали все, чем они занимались, что они носили, какой образ жизни они вели. Представляя эти экспонаты, мы показываем, какой образ жизни вели наши односельчане, которые здесь жили. В музее собраны материалы из истории села Николаевского, колхоза имени красных партизан и самой школы. Это и старинная посуда, мебель, игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовая техника, одежда, обувь, головные уборы и многое другое. В музее очень много интересных экспонатов. Например, можно примерить фуражку советского офицера, послушать действующую магнитолу марки «Рапсодия», выпущенную в Советском Союзе. Или просепарировать свежей сметанки. Все действующее, все работает. Ну, или заправить утюг горящими углями, и можно гладить. Ознакомившись с экспонатами, историей села и интересными личностями, хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто вложил кусочек души в создание Николаевского школьного музея. Мурат Джангезов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия.